Выполняя это упражнение, ты научишься прыгать со стартовой тумбы. Начинай разучивать стартовый прыжок с края бассейна. Поставь одну ногу так, чтобы пальцы выступали за край бассейна. Благодаря этому нога не будет скользить. Сильно оттолкнись поочередно обеими ногами. Во время прыжка вытяни руки и тело в позицию стрелы. Войди в воду в этой позиции. Работай в воде ногами. Задействуя голову и руки, направь себя к поверхности. Выплыв на поверхность, начинай работать руками. Проплыви кролем 10 метров. Если техника прыжка тебе понятна, иди на стартовую тумбу. Проверь, чтобы пальцы выступали за край. Отталкивайся и прыгай максимально далеко. Запомни, что когда ты отдыхаешь на пляже и собираешься купаться, прежде чем прыгнуть в воду, всегда нужно сначала убедиться в том, что дно и глубина водоема подходят для прыжков.